Имитация попкорна. Провязываем в начале ряда воздушную петлю, затем вяжем один полустолбик и в следующую петлю основания провязываем столбик с двумя накидами. Затем снова вяжем полустолбик и столбик с двумя накидами. Итак, узор повторяем до конца ряда. Один полустолбик и столбик с двумя накидами. Таким образом я довязала до конца, и на изнаночной стороне появился узор в виде небольших шишечек, которые напоминают нам попкорн.